Всем привет, с вами канал Игры ВКонтакте и обзор игры Кодекс Пирата. Сразу хочу сказать, что это стратегия. Итак, начнем. Нажимаем. Так, мы включили полноэкранный режим, и за это нам дается награда рубины. С таким приятно иметь дело. Я буду награждать тебя за каждый твой успех. Да, хороший, красивый голос у этой девушки. Сама девушка, конечно, очень хорошая. Забираем рубины. Так, построй фабрику Рома. Давайте посмотрим. Ты что, собираешься поить команду кокосовым маслом? В пиратских жилах течет ром. Чтобы нанять настоящих пиратов, построй фабрику Рома. Отлично, нажимаем дальше и нажимаем приступить. Так, заходим в стройку. Так, вот фабрика Рома, такая вот фабрика. Давайте построим, выбираем, куда мы можем, где мы можем. Вот, давайте поставим, не, может, в самом краю. Давайте здесь поставим нашу фабрику, подождем несколько секундочек, чтобы она построилась. Отлично. И забираем свою награду. Как вы видите, тут алмазы, ром, деньги и дерево. Забираем. Отличный ром. Но чтобы пополнять запасы, нужно улучшать фабрику. Нет рома, нет пиратов. Нет пиратов, нет острова. Нет острова, нет головы. Наливай. Так, отличный такой рассказ. Так, построили лесоповал. Давайте посмотрим. Дубы — это не только твои матросы, но и лучший материал для кораблей. Построили лесоповал, чтобы добывать дерево. Один из важнейших ресурсов. Отлично. Приступаем. Так, построим лесоповал. Давайте смотреть, где. Вот он. Время постройки 10 секунд. Строим. Где его? Вот, вот здесь мы его будем строить. Рядом с фабрикой Рома, чтобы наши рабочие после работы сразу могли пойти и попить хорошо Рома. Отлично. Итак, фабрика построена, задание завершено, забираем свой. Ты хорошо справляешься, но чем дальше, тем больше дерева тебе понадобится. Улучшай лесоповалы, и деревянная нога будет тебе наградой. Так, забираем свой приз. Так, построить золотой приз. Знаешь, чем мы с тобой похожи? Безумной любовью к золоту. Поэтому срочно построй золотой прииск и не спорь со мной. Так, отлично, конечно. Строим золотой прииск. Приступаем к работе. Выбираем золотой прииск. Вот он. Строить мы его можем на золоте. Отлично. Так, вот он идет. Построечка нашего золотого прииска, который будет добывать нам золото, которым мы будем платить пиратам. Так, отлично. Мы взяли второй уровень, нам дали вот ускорители, дали жемчужины. Так, поздравили нас. Так, задание завершено, заберем свою награду. Молодец. Я дам тебе еще один совет. Если хочешь прожить долгую и счастливую пиратскую жизнь, золото, дерево и ром всегда держи в достатке. Так, забираем свою награду. И теперь нам нужно построить обсерваторию. Давайте построим. Пират должен пить и грабить. Бездельников и трезвенников отправляй к рыбам, либо в ученые. Построй обсерваторию и каждый день получай по чертежу от своих умников. За просрочку 100 плетей. Это лучший стимул к полезным изобретениям. Да, хорошие советы дает нам наш помощник. Приступаем к постройке обсерватории. Заходим. Так, вот обсерватория. Построить. Выбираем обсерваторию, поставим прямо рядом. Давайте, где же нам ее поставить? Давайте рядом с нашим пиратским убежищем. Ждем немножко, подождем, чтобы она построилась. Все, обсерватория наша построилась. Задание завершено, забираем награду. Я помиловал этих проходимцев. Их изобретение открывает доступ к новым видам пиратов, кораблей и зданий для твоего острова. Посмотри в меню изобретения, что тебе предстоит изучить. Так, отлично, забираем свою награду. Так, изучим мореходство. Давайте изучим. Ненавижу сухопутных крыс. Давно пора изучить мореходство.
Дальше. И приступаем к изучению мореходства. Так, вот сюда заходим в наш... Это была обсерватория. Вот, мореходство, да? 20 очков опыта. Так, ставим на изучение. Так, видите, довольно-таки быстро изучается. Так, вот, видите, мы изучили мореходство, и мы можем потом изучать вон торговлю. Все, давайте заберем свою награду. Вот так-то лучше. Поднять паруса. Только не заплывай без меня далеко, красавчик. Итак, мы забрали свою награду, и на этом я буду заканчивать свой обзор. Напомню, это была игра Кодекс Пирата. С вами был канал Игры ВКонтакте. Всем пока, до новых обзоров!